Уважаемый Петр Алексеевич, я еще раз приветствую вас на, надеюсь, родной вам белорусской земле. Вы не единожды здесь бывали, в прежних должностях. Вы хорошо знаете наше правительство. Мы с вами давно знакомы. Уже после избрания вас президентом у нас состоялся, может быть, и короткий диалог, но принципиальный и очень важный, об этом сегодня скажу, потому что слишком много разглагольствуют о встречах, о том, что кто-то себе пиар-компанию устраивает и так далее. Это было ваше предложение собраться без всякого там навала, не с бухты-барахты принимать решение после договора об ассоциации Украины с Евросоюзом, а разобраться в ситуации, которая на тот момент складывалась в экономике. Вот и весь пиар. Это было предложение президента Украины. Вы меня попросили довести это до моих коллег. Я был исполнителем. Я все сделал для того, чтобы довести до них вашу точку зрения. И соответствующая реакция со стороны членов таможенного союза. Я хочу еще раз подчеркнуть, если бы не было вашей воли, и даже в последние дни, мы это с вами часто об этом говорили по телефону, не было бы сегодня этой встречи. Это говорит о том, что Украина крайне заинтересована в том, чтобы на этой земле, в центре Европы, была нормальная ситуация и обстановка. Белорусы тем более. Вы это знаете, и нашу позицию также.